Приветствую вас, дорогие друзья. Делаю небольшое вступление к данному видео. Это видео вторая часть, вернее, итог работы, как Евгений Новиков сделал баян, который после пересылки с Чехии в США его разбила почта. Он на почте потерялся, его почта разбила. Это вторая часть видео, то есть уже баян готовый, он уже баян собранный, сделанный. В общем, получилась конфетка, как и было ожидаемо мною лично. Также в этот день, в эту ночь, правильно так сказать, я забирал и свой баян. Видео тоже вы можете посмотреть, здесь ссылка в описании, как я забирал свой баян тоже после реставрации. Еще раз говорю, я снимал ночью, поэтому я особо там не заморачивался с кадрами. В общем, как и шло, так и шло. Я просто задокументировал события. Вот, поэтому, ну, я думаю, тоже вам будет это очень, очень интересно. Такая была простая обстановка. В принципе, как и всегда. Вот, всем большое спасибо за внимание. Все, до скорой встречи. Смотрим. Ага, ну нормально, нормально. Ну вот получается, что вот так подбородники стояли у вас. То есть у вас вот эти крайние вот тут были. Угу. Ну, то есть вот эти я все поменял, сейчас я раскрою, покажу, как там все это сошлось. Здесь, по-моему, нормально, то есть оно как бы, там не докрученные просто винты, сейчас их надо работать. Это баян после... Ну и эти я переделал, потому что там они, вы же помните, какие были вообще? Там жуть просто. Давайте я, может, после вам самолета. Там механика все. Да? Показать? Ну вот, смотрите, видите, как все сейчас делаю. То есть все на вот этих вот замках, ну, в принципе, как в итальянце. Uh-huh. Если надо подрегулировать, вынули кольцо, прокрутили, uh-huh. Дали назад и замкнули все. То есть оно, в принципе, это все нержавейка. Uh-huh. То есть оно, в принципе, ну, и тут оно все регулируемо, все ровно, не покоцано, не побито. В смысле, как, ну, эти вот деревянные, ну, как, здесь механика такая же, как там. Это здесь, получается, здесь была трещина, да? Где вот здесь? Ну, ты можешь, да. Хочешь, я выну эти? Могу вынуть планки. Вынуть? Ну, вынуть, да, я. Чтоб уже ну, видеть. Честно говоря, вот в плане голосов, то, как они сделаны, то мне кажется, сейчас это оптимально. Потому что сейчас на клевщиках уровня Гусева нет. Шести голосных. Чего шести? Нет, четырех. Просто почему? Шесть резонаторов. Ну, у вас же три ряда. На каждом ряду один резонатор. До, соль, фа. Это ж не аккордеон. Ага, uh-huh. Окей. Okay. Ну, в смысле, три ряда. Да здесь была трещина, да? Uh-huh. Да, ну вот это было все расколото здесь и вот тут. Он четырехголосный. Вот да, 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 да. Uh-huh. Они все четырехголосные. Так тут получается, что одна... Ну, тут там... два и тут два. Uh-huh. Ну, вот вы клапан нажимаете. А, я понял. Даже и не видать. Ну да. Нет, здесь сверху не будет. Ну смотри, во-первых, мы здесь только так снимаем, чтобы не было этого. Мы здесь перетянули же полностью шпон здесь и здесь. Потому что когда у вас удар идет и рассекается корпус, то потом, когда вы затянете, и если вы положите целлулоид, то у вас просто будет видно все эти остатки. Поэтому по-любому пришлось как бы, ну, корпус здесь и здесь шпанировать. А вот это что за лапка? А это я просто сделал специально, чтобы дополнительно здесь и здесь. Чтобы жесткая была. То есть здесь станут ремнедержатели. Ты просто укрепил. Да, так а какой смысл в таком корпусе? Он же у вас опять какой-то удар, он просто рассыпется. Ну да, да. Ну хотя бы вместе ремнедержатели. Там же все поколото. Как оно как... Ну да. Ну, честно говоря... По аккорду, мне кажется, сейчас это очень даже. Я с утра пришел, здесь сегодня детская работа. А что ты хоть делаешь? А эти самые. Ну вот идет с накаткой такая заготовка, то я делал. Закрутки под крышку правую. Вот у нас медикация. Проточили. Промерили. 4,9. Забили. 4,9.
так и много здесь сегодня. Почему? Что-то изменилось, а что я на это не... А, на улице просто. Да, на улице потемнело. Резьбу нарезаем. Теперь фасочку делаем. То я один ему хочу сделать, чтобы посмотреть, как получится. Так, и отрезаем. Кто-то просто без меня похозяйничал. Я сразу скажу, что это большие обороты для нержавейки. Тут, наверное, токаря не смотрят. Ну, хорошо. Ну, вот одна есть. Видишь, дымит, горячий очень. Это, наверное, на какой-то более цивилизованной. Не, как раз. А, тебе нравится, когда все грязно? Да, не, это же как раз самый этот. Так, я, подожди, не могу понять, куда это? Куда это ставится? А, это вверх. Там с другой стороны не обработано просто. Ага, я понял. Это не то, я сейчас им говорю. А. Все, теперь тут патрон маленький. Это, конечно, глупость. Их ничего, наверное, интересного уже не будет. Что, таких роликов в ютубе просто миллион. Ну, таких нету роликов от Евгения Новикова. Ладно, есть. Есть. Что позориться. Ну все, вот я фаски снял. Сейчас я покажу. Ну, Николай, смотрите. Вот такие головки можно сделать. Ага. Просто под них, если поддеть еще вот эту фетровую прокладочку. Да, отлично, отлично. Да? Да? Супер, да, супер. Даже пойдет? Лучше не надо. Это куда их ставишь? Вот сюда? Да. Эти черные убрать и... Да я не понял, куда их сделали. Чтоб оно, знаешь, гармонировало. Все, я понял. Там регистр не заключен. На баяне играть, Александр? Я не умел. Ну, правда, это не помню. Я лучше взял... Ты ж на аккордеоне. Это же первый раз? Да, я просто это играю на аккордеоне, поэтому я попробую. Баян после самолета. Как новенький. Сеточка итальянская. На канале было давно не было видео, были на это свои причины. Сейчас я обратно уже взялся за канал, то есть у меня уже все готово, все мои причины отошли. Баян вон стоит, я занимаюсь. Поэтому, друзья, канал, конечно, сейчас мой приостыл во всех отношениях, в отношениях просмотров, ну, в общем, подписчиков, во всем. Поэтому я очень нуждаюсь в ваших комментариях, в вашей поддержке. Нуждаюсь, наверное, как никогда. Пожалуйста, если вы новый, вы смотрите меня и вас откликается мой канал, вы подпишитесь,
Вот, если вы уже подписаны на канал, просто поставьте комментарий вот к этому видео, к прошлым видео, к прошлым музыкальным видео, как я пел, с вокалистом я пел, вернее, я играл. Вот, я нуждаюсь в ваших, вернее, канал нуждается в ваших комментариях и лайках. Все, будьте благословенны, до новых встреч, с Богом.